Здравствуйте, уважаемые пользователи, с вами я, Алексей, и мой канал про посылки из интернета. На этот раз мне пришла посылка eBay, я заказывал себе колонку Sunshine Bomb Bottle. Так, ну давайте я передам камеру оператору. Проверить, наверное, сейчас не получится, позже отпишусь в комментариях или сниму видео дома, когда подключу какой-нибудь MP3-плеер или что-нибудь вроде того. Так, передаю камеру оператору. Уже известный вам ножичек, у которого, кстати, довольно приличная острота. Так, давайте попросим оператора немножко научим пользоваться камерой. Для того, чтобы сработал фокус, необходимо нажать посередине экрана на изображение. Нажмите, оператор, пожалуйста, на изображение на экране. На другие кнопочки нажимать ни на какие не надо. Давайте проверим, как у нас работает оператор. Ну, вроде бы что-то получается. Итак, смотрим. Boom Bottle Sunshine. Водонепроницаемая, пыленепроницаемая. Имеет пассивный сабвуфер. Давайте попробуем оператора. Попросим, во-первых, не вертеть камерой туда-сюда. А во-вторых, попробуем опять навести фокус. Я надеюсь, оператор будет все-таки нам не мешать, а помогать. Нажимаем на фокус, чтобы у нас было видно буковки. Буковки видно? Так, и чуть-чуть от моих глаз долой камеру. Если вы снимете меня, ничего страшного не произойдет. Пожалуйста, наведите фокус вот сюда. Если оператор скажет одно слово или два, ничего страшного не произойдет. Так, ну что ж, давайте попробуем открыть. Уберите, пожалуйста, камеру от моего лица, дорогой оператор. Так, как же скрывается это чудо? Бум-ботл. Оп, оп. Чего у нас тут интересного? Раз, раз, раз. Ножичек. Аккуратненько втыкаем в лавочку. Никогда так не делайте, кстати говоря. Так, я не мастер по открыванию посылок. Чувствую, что она, наверное, должна здесь выезжать как-то или что-то в этом роде. И такое чувство, что... Ага, наоборот. Это сюда. Едем дальше. Так, очень приятная упаковочка. Очень много чего интересного. Раз, раз, раз. Ну и вот он, наш долгожданный Sunshine. Давайте положим сюда. Оператор пока облетит его несколько раз. Здесь у нас имеется кнопочка включения, кнопочка прибавления и убавления громкости, два стереодинамика и пассивный сабвуфер, где-то спрятанный вот здесь. Оператор, да, молодец, что не забывает нажимать на фокус. Далее, здесь у нас имеется 3,5 штекер под наушники. Ой, под какие наушники, вру. Под MP3-плеер, чтобы через эту колонку можно было слушать музыку. Нажимаем на фокус, почаще, не стесняемся. Это у нас отверстие для зарядки данной колонки. Так, давайте попробуем включить ее. Возможно, она разряжена. Сейчас попозже попробуем зарядить и испытать сразу же. Так, ну, пластик очень приятный на ощупь. Размеры колонки довольно-таки небольшие. Так, вот по поводу включения пока не уверен. Ага, вот. Power on. Мы услышали прикольный голос. Нажимаем и держим. Она, по идее, должна выключиться. Да, моргает красно-синий светодиодик, и колоночка, наверное, должна выключиться. А может быть, она ждет, пока мы найдем ее по Bluetooth. Давайте попробуем ее все-таки выключить. Да, немножко держим, и она выключается. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь шло еще в комплекте. Так, инструкция, где показано, как эта колонка устанавливается. Инструкцию выбрасывать мы не будем. Далее, оригинальный провод. Очень приятный тоже на ощупь. Его мы выбрасывать тоже не будем. Так, далее у нас карабинчик. Оп, фокус на карабинчик. Так, есть. Ну, чтобы можно было колоночку где-нибудь закрепить. На рюкзачке, например. Так, ну, и шарики для того, чтобы впитывалась лишняя влага. Ну что, здесь больше ничего интересного нет. Это, пожалуй, мы выбросим долой. А, к сожалению, показать вам сейчас, как она звучит, я не смогу, потому что снимаем на телефон, а это как раз наше единственное средство для воспроизведения музыки. Более подробный, как сказать, обзор, более подробный обзор я сделаю дома, когда у меня будет при помощи чего. Так, оператор зовет на помощь.
Более подробный обзор я сделаю дома, когда будет при помощи чего ее испытать. Может быть, засниму на фотоаппарат и покажу при помощи телефона, как работает Bluetooth. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч, до свидания. Здравствуйте, уважаемые пользователи, с вами я, Алексей, и мой канал про посылки из интернет-магазинов. Наконец-то добрался я до самого ожидаемого, самого интересного, чего я ждал. Это MP3, ну не MP3 плеер, это скорее все-таки спикер, беспроводной спикер блютузный SoShine Boom Bottle. Его распаковочку я показывал вам прямо на почте, по той причине, что был на велосипеде и как бы не хотелось коробочку с собой везти, и хотелось уже поскорее открыть и посмотреть. Вот. Ну, эти видео два я склею, поэтому, скорее всего, это будет продолжение того видео, скажем так. Давайте теперь после небольшого как бы теста, который я провел, испытаний, ознакомления с инструкцией, я вам расскажу более подробно, на что же она способна и что с ней нужно делать. Так, ну давайте вкратце. Кнопка убавления, прибавления громкости, но это вы уже знаете. Вот это микрофон. Ее можно использовать как вам сказать, ну, как громкоговоритель, что ли. То есть будете говорить в микрофон, слушать здесь, если, например, как бы подключились по Bluetooth через телефон. Здесь у нас имеется светодиодный индикатор, который моргает голубым, а иногда красным. Скажем так, вы ее включили, он загорелся, ну, это я вам сейчас покажу, загорелся голубым. Потом через 10 секунд он начинает менять, в общем, свой цвет с синего на красный, перемаргивать или перемиргивать, не знаю, как точнее сказать. Вот. И, в общем, моргает попеременно красным, синим цветом. На обратной стороне, как вы уже знаете, тоже у нас есть штекеры. Вернее, разъемы под штекеры под 3,5 и под микро-USB. Через микро-USB у нас происходит зарядка. Можно воспроизводить музыку, одновременно заряжая колонку. Это я испытал, все нормально, все работает. Когда колоночка заряжается, горит красный светодиод. Когда она заряжена, загорается синий. Вот, очень красиво. Ну, это штекер просто вставляется, слушаем музыку. Далее, здесь у нас небольшой сабвуфер. Ну, сабвуфером назвать его сложно, но басы чувствуются. То есть это на этой колоночке, вот из всех маленьких, которые у меня были, это единственное, на которой басы чувствуются чуть больше. Скажем так, они и на тех, конечно, были, но здесь их несколько больше. У нас есть два стереодинамика. Ну, хотя я не знаю, есть там стерео или нет. Они защищены вот такой вот как бы решеточкой, ну, чтобы не попадали камни и так далее. Ну, это на коробочке больше как бы видно, когда она вот в разборе, там показано, что как закреплено и что где как бы стоит. Ну, давайте перейдем непосредственно как бы к испытаниям и включениям ее. Чтобы включить, мы нажимаем кнопочку и держим. Power on. Загорается светодиод, и английским языком нам говорят, что колоночка включена. Чтобы поменять язык, мы должны одновременно нажать вот на плюс и на минус. Там есть, по-моему, три языка. Английский, французский, испанский и, по-моему, еще какой-то. А может быть и нет. Не помню. Смотреть лень. Далее, если мы хотим... Вот, о чем я вам говорил. Если в течение 10 секунд мы с этим устройством как бы не соединены, то есть у нас выключен везде Bluetooth и соединение не произошло, она переходит вот в такой вот режим ожидания. И попеременно как бы вот моргает синий и красный светодиодик. Так, давайте попробую вам показать. Вот. Так, далее. Если мы хотим включить вот эти голосовые сообщения, мы нажимаем вот эту кнопочку и плюс. Если хотим выключить, нажимаем эту кнопочку и минус. Когда мы подключены через Bluetooth, чтобы поставить трек на паузу или воспроизвести, достаточно вот нажать один раз на эту кнопку. Если мы хотим включить следующий трек, мы нажимаем два раза на эту кнопку. Если хотим предыдущий, нажимаем три раза на эту кнопку. Когда заряд колонки остается около 25%, а голосом, ну, на том языке, на каком, какой вы выберете, ну, наверное, это английский по умолчанию, голос сообщает, в колонке осталось 25% заряда. Если верить производителям, которые обещают около 10 часов непрерывной работы, чего, конечно, здесь нету, и вроде как на других обзорах, на других испытаниях люди говорили порядка 8 часов на максимальной громкости. Ну, давайте на это и будем ориентироваться. Предположим, что здесь 8 часов. Значит, 25% это около 2 часов. Времени у нас остается. Вот, скажем так.
Потом, я до этого, правда, не доводил, говорят, если, ну, в инструкции написано, если вы там ее не подзарядили, после истечения там 25% проходит там еще час-полтора, колонка автоматически убавляет звук, есть три звуковых сигнала, вот наподобие, вот как такие. В данном случае это когда громкость уже на максимуме, она об этом сигнализирует. Ну так вот, будет три таких бипа, ну или что-то наподобие, и колонка автоматически либо отключится, либо громкость убавится на минимум, ну что-то в этом роде. Точно не знаю. Так, ну вроде бы по поводу эксплуатации вам все рассказал, больше здесь ничего нет, всего три кнопочки, одна из которых многофункциональная. Ну давайте же проведем наконец испытание, вы же наверняка этого ждете. Так, давайте включим. Так, нам нужен Bluetooth, меню, Bluetooth, устройство. Ну вот, я его уже здесь нашел. Нажимаем Connect. Так, 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 что-то. А, вот, соединить. Завершите работу аудиопроигрывателя. Ну, давайте завершим. Наверное, выход вот так надо нажать. Меню, снова Bluetooth. Устройство. Совершенно. Connected. Голос нам говорит, что connected, и мы можем слушать музыку. Ну, давайте попробуем. Ну, к сожалению, сейчас вас немножко огорчу. Через этот телефон Bluetooth воспроизводить не удалось. Ну, я вам покажу посредством штекера 3.5. Ну, вот. Просто мы включаем плеер, ничего не происходит. Если... Так, это не мои номера телефонов. Если прямо через флешечку попробовать сделать... Закинул. Играет на телефоне. В общем, не знаю почему, но с этим телефоном Bluetooth не работает. Но чтобы показать вам, как происходит изменение, ну, как бы вот все гениально и просто. Connected и точно так же будет disconnected. Ну, на другом телефоне, на смартфоне у меня работает все отлично. Вот, выбираем опции, отключить и сейчас слушаем звук. Disconnected. Disconnected. Все, устройство отключено. Ну, ладно. Давайте теперь я вам покажу само звучание. Подсоединяем штекер 3.5. Подсоединяем наш супер-пупер телефон. На смартфоне такого треска не происходит характерного, кстати говоря. Давайте немножечко я... Давайте сделаем, наверное, так, чтобы было вам лучше видно. Включим. А зачем нам максимальная громкость? Давайте чуть-чуть убавим сначала. Так, MP3 плеер. Давно с этим телефоном не работал, маленько туплю. Вы уж меня простите. Громкость, что могу сказать? На велосипеде выставляю громкость на максимум и езжу так. Если еду по дороге с автомобилями. Если еду где-то, где нет автомобилей и посторонних шумов, в принципе, ну вот, если прибавить на максимум, раза 2-3 щелкнуть на минимум, приблизительно вот с такой вот громкостью езжу. Вот, слышно, в общем-то, замечательно. Ну, давайте другую песенку. Thank you.
Могу сказать, колоночка мне очень понравилась. Единственное, я пока не знаю, насколько хватает аккумуляторной батареи в этой колонке. Качество звучания намного выше, чем в китайских аналогах. То есть вот не сравнится как бы ни с одной из китайских колонок. Качество лучше. Громкость. Ну, может быть, вот на моей, на предыдущей колонке была громкость чуть побольше, может быть. Но она уже хрипела, свистела, и вообще, по-моему, она у меня уже что-то сломалась и закоротила в ней, не знаю. Вот. Может быть, просто батареечки там коротят. Ну ладно, суть не о том. Суть о том, что качество звучания здесь великолепное. Громкости, ну, может быть, чуть-чуть вот не хватает. То есть, когда вы едете по оживленной дороге, где проносятся автомобили, вот, чуть-чуть громкости не хватает, чтобы их перекричать. Если машин нет, забудьте, громкости хватит вам выше крыши, скажем так, за уши. Если машин не очень много, тоже громкости вам хватает и выше крыши. Качество звучания, повторяю, на уровне. И что самое приятное, я не знаю, может быть, самого как такового сабвуфера здесь нет, отдельного динамика, но вибрации от колонки довольно-таки приличные, звук сочный такой, мощненький. Ну, чувствуется, что есть в нем небольшая мощь, скажем так. Ну, такая, какая может быть для этих размеров, скажем так. Колонка, повторяюсь, мне очень понравилась. Вот, ну и, конечно, ее цена, ну, по нашим меркам, скажем так, очень высокая. Не будем говорить огромная, в принципе, нет. Ну, это порядка 6 тысяч рублей, 6,5, что это такое. Ну, на сайте производителя это $120. Ссылку, откуда я скидывал, откуда я заказывал, скидывать не знаю, буду, не буду. Ну, наверное, если найду продавца, то скину. Я заказывал с eBay. Вот, ну что, такая вот замечательная колоночка, мне очень понравилась, буду с ней ездить. Ну и отпишусь в комментариях, если вдруг что-то с ним произойдет. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, увидите еще что-нибудь интересное. До скорых встреч!